Вон какие они гладкие горы. Sono paragosi. Вокзальчик, на который мы сейчас пойдем. Вот здесь. Он мне пока говорит. Где пока? Пока не пока рука. Вон, смотри, вон красота. Давай я встану, тебе вот так ездить. Дорога занимает 13 минут. Даже пощелкивать. Сейчас она сюда к нам подойдет, билетики возьмет. На Каппадокию похож. Лифтовая шахта. Так, и покажу, покажу. Пойдемте дальше. И за ней. Действительно, местечко красивое. Ой, народ. Конечно, место очень красивое, оно все не умещается. Это надо будет потом подальше отойти, 20 минут ходьбы. Сумбрик уронил колено и, как считают бенедиктианцы, да, начал новую, более святую жизнь. Вот эти вот надписи об этом и говорят. Так, что еще важного? Вот посмотрите, куда я рукой показываю. Комнатка с дарами по обеду за стеклянными дверками. У меня такое ощущение, что вход с другой стороны. Раньше был отсюда. А здесь подарки Мадонне и записочки. С другой стороны у нас баптистерий, светильная купель. Из огромной раковины. По преданию эту раковину нашли монахи, она поднесла к мезозойскому периоду. Можете сходить проверить. Что еще важно? Свечи. Вон они, видите, с левой стороны. Коробки со свечами. Стоит баночка, там написана цена. Сколько написано, кидайте, берете свечку. Тут все на честность.
свечи все ставятся во славу Девы Марии. Ни за здравие, ни за упокой такого нет. Все во славу, да, в благодарность. Свечи можно поставить, вот если пройти в арочку, на путь свечей слева. Видите, вон арочка? Заходите внутрь, там много-много свечей. Можно поставить свечку или просто... Вот она моя красавица. Все, работает. Вот корреспондент мой. Любимый. И тут действительно. Природа глаз не отвести. И здание вписывается как. Вот мы пришли к кресту. Правда, шли не 20 минут, а 26, наверное, 27 чего? Минут шли. Отдыхали. Сколько здесь метров над уровнем моря говорили? 700. Да, мы сейчас вас будем догонять. Вот он работает, фуникулер. Это где? Наши, нас везли. Нет, вон он, желтенький. Ну, наверное, не то спрашиваю. Сфотографируй фуникулерчик. А, вот он, ага. На штативе надо. Ладно, как получается? Красота. Горы, конечно, очень интересные. Пойдем дальше. Пойдем. Muchas gracias, señor. О! О. Профи! Дай здоровья. На здоровье. Дай Бог, дай. Hola. Hola. ¿Qué tal? Привет. 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 Какая красота. Вот этот мне понравился. Так. Понравился, пей. Вот это мне, вот это. Это лист. Спасибо. Спасибо. Muchas gracias, señor. A ustedes, спасибо вам.